Ежегодно молодежная организация «Лига студентов Республики Татарстан» проводит республиканскую премию «Студент года». За 15 лет существования премия стала одним из самых ожидаемых событий в жизни студенчества Татарстана. В этом году студенты будут отмечены в 18 номинациях, две из которых были представлены в Казанском университете. Смотрим! «Медийщик года» и «Студенческая медиа года». В таких номинациях прошла самопрезентация участников на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. У нас выступили, с одной стороны, 9 медийщиков и 8 организаций, которые занимаются медиа непосредственно в вузах, в студенческих организациях, в правкомах и так далее. В роли экспертов выступили заместитель директора филиала ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв, радио- и телеведущий Влад Портнов и другие. Основным пожеланием для молодых активистов стало не бояться в своей работе затрагивать острые темы. Если мы освещаем проблемы, какие-то острые вопросы, то делать это конструктивно в первую очередь. То есть сделать так, чтобы это была объективная информация, а не чье-то субъективное мнение. И журналистика в целом для того и существует, чтобы давать объективную картину. И вот как раз-таки сегодня про это говорили наши эксперты и дали такую обратную связь нашим участникам. Самопрезентация не единственное испытание в рамках конкурса. Впереди еще два этапа, по результатам которых будут определены победители в номинациях. Ежегодно 25 января, в день российского студенчества, в КРК «Пирамида» будут подведены итоги премии при участии и при приглашении органов власти, самых знаменитых лиц республики, не только республики, звезд российского и республиканского масштаба и так далее. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.